Сейчас я поймался на мысли, вот прошли двое супруги. Я им как раз вот это прочитал. Стихотворение «Белый снег на землю ляжет». Вот. И когда у тебя вот такое вот как настроение, когда у тебя радость, когда у тебя знания, которые, так сказать, помогают тебе по жизни, вот возникает невольно желание ими делиться. Делиться с людьми. Бескорыстно делиться. Вот, чтобы вот эта вот радость, она умножалась. И вообще, когда... Это очень интересный феномен. Когда человек, личность, сущность, начинает действовать в резонанс с намерением всего вот этого огромного организма под названием Вселенная, то ему начинает и даваться и сила, и благо, и возможности для того, чтобы он вот эту вот радость, чтобы вот эти знания нес дальше. Я как-то в свое время, когда написал книги «Целительные силы», и там было как раз, я работал с этими... различными тибетскими текстами, ну не так, чтобы, знаете, капитально, так поверхностно. Ну, вот все это, как бы сказать, что-нибудь и как-нибудь, но тем не менее мне запомнилось. Вот человек, если ты хочешь возвыситься над другими людьми, ну мне не хочется возвышаться ни над кем, то изучай науку врачевания. Если ты хочешь стать богатым и успешным, изучай науку врачевания. Если ты хочешь быть как философ и еще, опять изучай науку врачевания. То есть вот эта вот наука врачевания, она переходит, как бы сказать, с уровня телесного на уровень природы. Ты понимаешь, что чем ты болен, чем она больна, и как сделать так, чтобы все это было здоровым.